начинаем нашу передачу около Азовского морского порта. Передачу ведут Виктория Чернецкова, Александр Лотыш и Коля Омар. Кстати, можно сесть на катерок и просто проплыть на нем до Задонья и назад. Увидим порт со стороны. Располагается на правом берегу Дона, на остатках Петровской крепости, построенной у Азова по приказу Петра I. Это потом на Неве грозили шведу, а сначала здесь, из Азова, грозили турку. Здесь царь Петр Алексеевич I собирался строить адмиралтейство. Вот. Там, внизу, в дельте Дона, с острова Перебойный, в начале 20 века впервые по гражданской радиостанции изобретатель радио Александр Попов обратился к миру. Эти старые причалы помнят огромные баржи с хлебом, стоявшие под погрузкой в Азовском порту, большие колесные пароходы, филюги с косыми парусами, шхуны и баркасы. Сейчас Азов – международный морской порт. Вся жизнь Азова связана с Доном и Азовским морем. А наше короткое путешествие подошло к концу. Мы причалим. Чего сидим? Кого ждем? А расскажу я вам одну историю. В 20-х годах одна из настоящих пушек стояла в военной нынешнего здания педагогического колледжа на Петровском бульваре. Кто-то шутя сунул окурок в запальник, и пушка выстрелила. Во всей округе из окон повылетали стекла, и местное начальство, испугавшись, приказало утопить старинные пушки в Дону напротив причала. Вот здесь они теперь на дне и лежат. Все пушки на турецком валу и вообще в городе отлиты уже в наше время. А настоящие подлинные хранятся в музее. Рядом с Доном сторожевой катер. Это памятник морякам Азовской военной флотилии. Кулёв, а этот катер вообще настоящий? Конечно, настоящий! На нем моряки во время Великой Отечественной войны зачищали Приазовье. Мы обнаружили очень интересное здание. По-моему, нас преследуют. Ребят, это точно какое-то старинное место. Но что это? Мы не знаем. Нам очень хочется узнать, что это за место. Пишите нам на электронную почту. Кулёв, здесь находился штаб отдельного донского отряда Азовской военной флотилии. С ней связано имя героя Советского Союза Цезаря Куникова. В Великую Отечественную войну он командовал десантным отрядом морской пехоты. Умер от ран в 1943 году. Кулёма, смотри, справа у дороги какое-то мрачное здание. Это маслозавод Ваксова. Во время войны в него попала бомба. Вот он и стоит, напоминая нам об этих страшных событиях. Я вижу в этом памятнике славы суровые и грозные года, величие моей родной державы и тех, кто не вернется никогда. А вы, потомки, будьте же достойны сражавшихся за родину борцов
И чтобы не грозили миру войны, храните память дедов и отцов. Мы поднимаемся в гору. Это 537 тяжелых шагов. Это один из первых каменных магазинов города Азова. Он назывался «Магазин на пол горы». Ой, здравствуйте! Скажите, а вы не знаете, что теперь находится в этом магазине? Ой, это уже не магазин. Это мастерская-музей Буслова Юрия Петровича, члена Союза художников России. Хотите посмотреть? Я вам открою. Когда-то этот дом принадлежал купцу Клочкову. Здесь плели сети для рыбаков. Юрий Петрович много путешествовал. Узбекистан, Финляндия, Китай. И все это на его картинах. Мы попросили Юрия Петровича оценить работы, присланные на конкурс. Победителей оказалось двое. Мы благодарим Юрия Петровича и Валентину Михайловну за интересную встречу. Ребята, мы хотим вас предупредить. Это не подстроено. Это была случайная встреча. Я надеюсь, что мы встретимся в следующей передаче и поздравим победителей. Пороховому погребу, но он оказался закрыт. Хранитель музея повел нас неспешными шагами в следующую серию. Встречаемся через неделю. О событиях, происшествиях, которые происходят с вами, вашими друзьями на улицах нашего любимого города, в вашем дворе, школе, подъезде. И, конечно, присылайте мне рисунки обо всем, что вам интересно. А мне интересно все. Почтовый ящик у Лёмы находится в центральной детской библиотеке города. Или пишите мне на электронную почту.